What's up, my niggas? Сегодня в этом видео мы с вами проведем обзор охуенной клавы RNK61 с AliExpress. Давайте приступим к распаковке данной клавиатуры. В наборе у нас идет сама клава, Type-C кабель и херня для кейкапов. Идет также в комплекте бумажки, инструкция, как все устанавливается и так далее. Минутка молчания, просто чекайте, какая она сексуальная. Ну, мне кажется, это просто соска, просто посмотрите на нее. Конечно, качество самих кейкапов и вообще клавы, ну, такое себе, конечно, но все-таки просто чекайте, какая она соска. Также она 60%, то есть не ТКЛ, а именно укороченная. Давайте чекнем, как вообще она работает. Тапать по этой клавиатуре очень приятно, пластик такой более-менее нормальный, то есть подсветка, все есть, и все работает отлично. То есть именно кнопки, которые выражены, они как бы все-таки присутствуют, потому что можно зажать FN и регулировать там кнопки, все цвета, вот собственно подсветка, как это все выглядит. И давайте рассмотрим, как выглядит сам кейкап. Вот так он собственно выглядит, то есть нету тут такого прям каких-то бугорков, то есть все четко, гладко, вот так собственно выглядит сама подсветка, она очень такая в минималистическом стиле, конечно, немножко не то, но для любителей, возможно, пойдет. Вот задняя часть, собственно, кейкапа, вот так она выглядит. И давайте рассмотрим свечи. Вот так выглядят свечи, то есть они коричневого цвета, не красного, не синего, как мы привыкли видеть, а именно коричневого. Но они также очень-очень удобные. Давайте послушаем, как тапает эта клава, то есть как она звучит. То есть тапать на ней очень приятно, и она очень такая прям созвучная, просто великолепная, мне кажется. Потому что, когда ты вообще прикасаешься к ней, у меня у самого такая же клава, только черного цвета. Когда ты к ней прикасаешься, она просто, она как, я не знаю, как девственница какая-то. Тут также очень много режимов регулировки подсветки. То есть можно менять подсветку, можно ставить какой-то один цвет, либо просто белый, как вот видите на экране. То есть белый тоже очень удобно. И, кстати, в этой клаве есть Bluetooth. То есть клава подключается по Bluetooth и к телефону, и к телевизору. То есть она может быть так и беспроводной. Это охренительный плюс. И напомню вам, что клава стоит 20-30 баксов плюс-минус. То есть есть два варианта. Это черный и такой белый, как на видео. На этом, друзья, все. То есть на протяжении всего видео я говорил, что она соска.